что ж, специальное предложение только сегодняшнего дня. Посмотрите, вкуснейшие блюда из духовки. Хрустящие, как на гриле, во фритюре приготовленное, 3 в 1. Все это может главное предложение только сегодняшнего дня. Гриль от бренда Китфорд, который нам представит Олег Сотников. Итак, друзья мои, правильно ты, Оля, сказала? Это, по сути, 3 в 1. Прекрасный российский бренд Китфорд создал уникальную машину для приготовления абсолютно любых блюд. Это полноценная духовка, это полноценный гриль, то есть здесь можно использовать, приготовив и мясо, либо овощи. Можно приготовить прекрасную картошечку фри, либо картофель по-деревенски, которую вы готовите во фритюре. Но здесь готовится абсолютно без масла и гораздо быстрее. Ты самое главное, что это полноценная духовка. Причем эта духовка с функцией конвекции готовит гораздо быстрее. А подожди, я отрежу, подожди. Я хочу чуть-чуть кусочек, можно отрежу себе, попробую. Знаешь что, когда мы в духовку отправляем какое-то мясо, у нас полностью работают 2 тена. Они высушивают. Просто работают и сушат. Плюс духовка потребляет больше 3 киловатт. Здесь 1 киловатт 350 ватт всего лишь. И совершенно другой принцип приготовления. Слушай, как ты можешь так быстро приготовить мясо, такое сочное, с хрустящей корочкой? С удовольствием. Здесь внутри находится тепловентилятор, то есть принцип конвекции, которых нет в духовке. Внимание на экран, поехали разбираться. Принцип конвекции – это технология профессиональная, которая используется в ресторанах, кафе и барах. Мне нравится то, что здесь гораздо быстрее обдувает тепловентилятор и заходит на дно даже, то есть тебе не надо переворачивать. Вот давайте сейчас покажем на примере вот этого флюгера, как я говорю. Смотрите, мы ставим его внутрь, я включаю. Смотри, как идут вихревые потоки. Это очень важно. Вот так вот у нас и работает принцип такой приготовления. Кстати, между прочим, такая конвекция есть в духовках профессиональных конвектоматов, которые стоят больше 200 тысяч. Класс. Это я столкнулся с этой системой несколько лет назад, в 90-х годах, еще в ресторанах. При помощи этой прекрасной системы вы можете приготовить не только хорошие кусочки мяса, но и можете приготовить рыбу, овощи и самое главное, вы можете приготовить выпечку. Весь холестерин, естественно, стекает, друзья мои, на дно этой чаши. Вот я хочу вам показать. Значит, вы не употребляете холестерин, это опять же вы заботитесь о своем здоровье. Даже когда мы жарим на сковородке, обычно всегда плавает мясо в сковородке с жиром. Нужно особенно с возрастом, Олег Сотников, заботиться о своем здоровье. Да. И пореже, говорят, нужно диетологи есть вкусные, такие вот запеченные вкусняшки, такие как мясо, курочка, блюдо во фритюре. Нет, мы будем продолжать их есть, только будем готовить в аэрогриле с пользой для нашего здоровья. Слушай, ну при помощи аэрогриля это реально можно готовить жареные блюда и не бояться есть. Слушай, огромный кусок мяса, вот такой вот, да, его очень сложно приготовить в духовке и не пересушить при этом. Духовка, тем более, коэффициент полезного действия гораздо меньше, чем у нашего конвектомата, то есть он гораздо эффективнее. Причем, кстати, когда мы кладем килограммовую, допустим, кусочек мяса, то, представляешь, 3-килограммовый, то есть у нас работает вся духовка и потребляет 3 киловатта, представляешь? Ой, и картошечка шикарная, запеченная сыром. И сок весь, видишь, остается внутри. Класс. Кстати, да, хорошее вот дополнение, картошка с мясом. Отлично, наш и готовится быстрее, правильно я понимаю? И вкуснее, и сочнее, вы сами это видите. Вот такое потрясающее блюдо можно приготовить буквально за несколько минут. С аэрогрилем это легко, и контролировать его не нужно. Да. Дорогие женщины, это наше с вами спасение. Вспомните, как иногда мы стоим возле духовки, контролируем, чтобы ничего не перестало. Жарилось, гости на подходе, мы хотим всегда их удивить с вами вкусными блюдами. Теперь все это в прошлом. Теперь будет за вас готовить аэрогриль. Вы отдыхайте, занимайтесь своими делами, накрасьте, прическу сделайте, встречайте гостей, а готовка все это дело от бренда, делать будет бренд Китфорд, аэрогриль ретро. Премьера лота состоялась год назад, и за все время было продано более 10 тысяч аэрогрилей. За все это время было присоединились к нашему телеканалу более 2000 новых покупателей. Друзья, сегодня действует самая выгодная цена, даже не прошлого года. В прошлом году за 4999 рублей невозможно было найти аэрогрили. Сейчас аэрогриль в магазинах стоит 15 тысяч рублей. На официальном сайте бренда Китфорд тоже цена дороже – 7 990 рублей. И там нет бесплатной доставки. А у нас цена со скидкой 35%.
4999 рублей и бесплатная доставка и дополнительная 5% скидка при оплате онлайн-банковской картой. Еще у нас два цвета на выбор. Белоснежный цвет и черный. Причем обратите внимание, что белый цвет у нас золотой каемочкой, да, а черный цвет серебряной каемочкой. Слушай, сейчас вот были праздники. Мы гостей приглашали, я обожаю гостей. В духовке готовлю. Я и в духовке там. Я 4 часа на кухне проторчала, потом не успела толком и прическу сделать, макияж. Ну, что делать? Все ради гостей, все ради готовки. Слушай, при помощи этого устройства, которое включает в себя функцию духовки, функцию гриля и функцию фритюра, только с приставкой Aero. Мы сейчас будем разбираться, что это такое и как работать. Мне нравится то, что, друзья мои, очень легко. Вы положили сюда продукт. Дальше, друзья мои, включаете, вот у нас наггетсы мы готовим, включаем 15 минут, полностью все на русском языке. После этого ты берешь, выбираешь время приготовления и оставляешь. После приготовления тишина в студии. Это прекрасное решение подаст сигнал. То есть оно отключится, а значит у тебя не пересушится блюдо, которое находится. Отлично. То есть дает сигнал, и все, можно идти к столу. И знаете, как в ресторане тоже, блюдо подано, добро пожаловать. Вот, так же и вы теперь, приходя, например, с работы, не будете стоять возле плиты. Знаешь, для меня дома начинается вот с порога вторая работа. Так. Дети голодными глазами встречают меня, говорят, мамочка, как хорошо, что ты пришла. Я понимаю, что они не просто рады меня видеть, они хотят, чтобы я срочно им что-то есть приготовил, да, и желательно побыстрее. Здесь лёду быстрее же готовится, правильно? Совершенно верно. Сочные. Другой принцип приготовления. Ты знаешь, вот чтобы создать вот такую вот корочку хорошую у рыбы, у мяса, у овощей, для этого совершенно другой принцип приготовления. Не обязательно использовать те сковородки. Я хочу просто показать нашим телезрителям. Смотрите, вот это блюдо у нас готовится где? Правильно, как правило, на гриле. Я хочу вашего внимания, чтобы вы посмотрели, какая великолепная корочка у нас приготовилась у этих куриных крылышек. Прелесть какая, посмотрите. Вспомните, когда мы приезжаем на дачу, делаем блюдо на гриле, крылышки вкуснейшие, какие они вкусные, замаринованные. Теперь вы можете удивить гостей, своих домочадцев каждый день делать блюдо на гриле, не выходя из дома, в вашем аэрогриле, где никогда ничего не пригорает. За 4999 рублей 3 в одном и гриль, и фритюрница, и духовка. Это я про наш аэрогриль. Но если бы вы все отдельно покупали, это бы стоило более 15 тысяч рублей. Сегодня вы максимально экономите. И бесплатная доставка в любой регион России. Бирюза уже закончился. Либо черный, либо белый. Это еще и наше здоровье. Не забывайте, никакого жира и масла добавлять не нужно. Забирайте из прямого эфира.